Итак, самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Удивительный, яркий, стильный и невероятно полезный ноутбук для вас и вашей семьи. Встречайте его, друзья. Отличный, отличный ноутбук с огромным дисплеем. Вы видите сами, гигантский просто дисплей. Более того, его можно подключить к большому телевизионному экрану. Вы это тоже видите. И это еще не все. Тончайший корпус. Обратите внимание, насколько он тоненький, тонюсенький. Более того, друзья мои, он раскладывается полностью, полностью в линию. И держать его легко и просто, потому что он очень легкий. Легкий, тонкий, с огромным экраном и при этом с мощнейшим аккумулятором. Аккумулятор мощнее обычного ноутбука в 2,5 раза. Итак, друзья, только сегодня специальная сниженная цена. Всего 13 999. 8000 рублей скидка, друзья. Самое щедрое, самое выгодное предложение сегодняшнего дня, сейчас или никогда. Больше такой возможности, больше такого шанса просто не будет. 13 999. Итак, друзья, я обожаю смотреть кино. Я вообще знатный киноман. И хочу сказать, что теперь я в кино не хожу. Почему? Потому что у меня есть ноутбук. Я подключил его к большому телевизионному экрану. И что вы думаете? Я просто смотрю фильмы на огромном телевизионном экране. Бесплатно. Сколько вообще стоит поход в кино, друзья? Вот подумайте. Один билет 500 рублей. Семья из 4 человек — это 2000 рублей. Плюс еще попкорн, там попить, еда какая-нибудь дополнительная, дорога. Все это минимум 3000 рублей. Ну а теперь внимание. 3 с лишним тысячи за один фильм. За сколько сеансов окупается этот ноутбук? 4. Ну, максимум 5 фильмов, и все. И у вас уже окупился ноутбук, а это только начало. Вы не подстраиваетесь под расписание кинотеатра. Вы не сидите рядом с незнакомыми и неприятными вам людьми. Вы просто получаете максимальное удовольствие у себя дома, наслаждаясь той едой, которая вам нравится, с теми людьми, которые вам приятны. Ну вот смотрите, друзья, смотреть можно бесплатно, причем фильмы новые, фильмы интересные, яркие, не только фильмы, но и сериалы, друзья. Вот, пожалуйста, смотреть бесплатно можно, друзья, это действительно удобно. Не нужно скачивать, не нужно тратить на это время, не только фильмы, еще раз говорю, но и сериалы. Какие хотите, любые абсолютно сериалы можно легко и просто смотреть здесь с любимыми актерами, с любимыми знаменитыми киногероями. Это все здесь и сейчас. С помощью этого ноутбука у вас дома появляется свой личный кинотеатр со своим расписанием. И абсолютно бесплатно для вас и ваших друзей и близких. Итак, друзья, не забывайте о подарках. При заказе, только при заказе, во время прямого эфира вы получаете подарки. Беспроводная мышь и еще мобильный телефон. Абсолютно верный. Мобильный телефон и беспроводная мышь, а также бесплатная доставка, друзья. Торопитесь, звоните и заказывайте прямо сейчас. Удивительный ноутбук по удивительно доступной цене. Это новые технологии, друзья. Включая фото и видеокамеру, здесь она есть. Что важно, для чего она здесь нужна? Дело в том, что фото и видеокамера дает возможность не только слышать своего собеседника, но и видеть его. А помните, я говорил, что мы подключаем ноутбук к большому телевизионному экрану? Так вот, мы видим своего собеседника на огромном телевизионном экране. Представьте, как это здорово. Не зря же говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Почему? Да очень просто, на самом деле. Потому что, когда вы видите человека во время вашего разговора, вы видите его эмоции. Потому что глаза — это зеркало души. Вы видите, что он чувствует. Происходит такой необъяснимый момент контакта, общения. Без слов даже можно понять собеседника. Итак, я сам пробовал, мне очень понравилось. Почему? Мы в 2017 год встречали, родные не смогли приехать к нам в Москву. Мы поставили ноутбук в конец стола. Родные то же самое сделали у себя в городе. И мы сидели как будто за одним столом. Мы говорили тосты, мы чокались. Мы встретили Новый год сначала по их часовому поясу, потом по нашему часовому поясу. И сэкономили огромное количество денег. И самое главное — это эмоции. Эмоции делают нашу жизнь яркой и счастливой. Они делают ее наполненной.
Итак, друзья, самый семейный ноутбук. Уже это оценили наши коллеги. В частности, семья Оли Грядуновой. Они активно пользуются этим ноутбуком, им нравится. Причем каждый из членов семьи нашел для себя что-то полезное, важное и нужное. Вот, например, дети играют в игры, учатся развивающие игры. Есть, опять же, Оленька Грядунова. Она готовится к эфирам с помощью этого ноутбука. Она общается с коллегами, с друзьями, с подругами, с родными. Они по скайпу, опять же, общаются, друзья. Ну и, конечно, муж Оли работает, очень много работает именно на этом ноутбуке. Итак, друзья, старый стационарный компьютер занимает много места, требует много времени, чтобы его подключить, требует много нервов, ваши нервы он тратит, потому что часто зависает, ломается, зачем это нужно, плюс это еще и пылесборник, но зачем нам хранить у себя вот эту старую технику в новой жизни, в новом году, поэтому я предлагаю от старой техники избавляться своевременно, потому что, еще раз повторю, это тратит наше время. Это не мобильно. Ну, компьютер, который всегда дома. В чем смысл в 21 веке, если есть компьютер, который можно брать с собой всегда и везде пользоваться им, где угодно, на природе. Плюс он еще и зависает. Плюс еще его из одной комнаты в другую перенести. Проблема. Поэтому мы от него избавляемся. Итак, друзья, посмотрите. На большом телевизионном экране проецируется все, что происходит здесь у нас на дисплее нашего ноутбука. Значит, мы получили настоящую игровую приставку, друзья. Игровая приставка выглядит просто феноменально, великолепно просто выглядит игровая приставка. Сколько она стоить может? Подумайте, друзья. Игровая приставка 25 тысяч рублей может стоить еще и дороже. А здесь вы ее получаете абсолютно бесплатно. Итак, игровая приставка в подарок. Можно играть в самые разные игры, в том числе и в танки, в танковые сражения. Также можно играть, друзья, и в гонки, и в стратегии, и в любые любимые игры. Это действительно здорово, действительно удобно. Яркие эмоции на гигантском телевизионном экране. И все это всего за 13 999 рублей. Плюс беспроводная мышь, друзья, она тоже вам, видите, пригодится. Пригодится в подарок. И еще и мобильный телефон. Все это вы получаете при заказе во время прямого эфира. Оплата только при получении. А значит, вы сумеете подготовиться к этой покупке не только морально, но и материально. Итак, тонкий корпус. Очень легкий. Удивительно яркий дисплей. Белый цвет, который не пачкается и не царапается. На глянцевом белом остаются вот такие потертости. Здесь их нет. Здесь специальное покрытие. Все продумано до мелочей. Плюс возможность подключить его к большому телевизионному экрану.